Дебби, ну же, поиграй со мной. Почему ты такая скучная? А вот и наши девочки. Знакомьтесь. Как мило. Они такие хорошенькие. Лови, Дебби. Перестань сейчас же, Мейбл. Что ты делаешь? Кошмар. Как она себя ведет? Это возмутительно. Дебби, тише. Ты что, не видишь? У нас гости. Утю-утю. А мы и не заметили. Простите. Кажется, эта тетя может стать нашей мамой. Серьезно? Вот было бы здорово. Какая прелесть. Решено. Я беру эту тихую девочку. Уверены? А как же Мейбл? Нет-нет, мне нужна только одна, не больше. Ну что ж, как скажете. Ничего не поделать. Дебби, не бросай меня, пожалуйста. Прости, Мейбл, но вам придется расстаться. У твоей сестры новая семья. Такое бывает. Нет, что вы делаете? Не надо, это же мой... Такова судьба. Иногда она преподносит сюрпризы. Я не верю. Дебби, ну как же так? Это ужасно. Проходи, Дебби. Теперь это твой новый дом. Посмотри, что я тебе приготовила. Ого! Ничего себе, столько сладостей! Налетай, это все для тебя. Просто объеденье. С ума сойти. Да чего вкусно. Просто не верится. Смотри, еще шоколад. Такого ты точно не пробовала. Кажется, я больше не могу. Ешь, ешь, это еще не все. Конечно, как я могла забыть? О нет, я сейчас лопну. А вот и я. Ты должна это попробовать. Серьезно? Но это уже слишком. Ничего не знаю, мама старалась. Давай, Дебби, всего одну ложечку. Сестренка, ну где же ты сейчас? Без тебя так одиноко. Вот бы встретиться. Ну хоть один разочек. Точно. Мы должны бежать. Нам нужен план. Готовься, Мишка. Нас ждут великие дела. Жди меня здесь. Это будет гениальная стратегия. Отлично. Мы скоро увидимся, Дебби. Мейбл, Мейбл. Кажется, здесь ошибочка. Серьезно? Спасибо. Вы очень добры. Упс. Что нас выдало? Это возмутительно. О чем ты думаешь? У меня просто нет слов. А ну дай сюда эту штуку. Иди займись уроками немедленно. Побег. Это же надо такое придумать. А мне идет. Оставлю эту штучку. Ну вот, все на смарку. Хотя, у меня есть еще шансы. Отлично. Так она точно ничего не заметит. Странно. Что это за звук? Неужели показалось? А ну стоять! В чем дело? Этот фикус играет со мной? Ничего. Сейчас мы тебя немного освежим. Нет, только не сейчас. Пожалуйста, не надо. Ого, не может быть. Кто здесь? Мейбл. Ах, вот оно что. Упс, похоже, я попалась. Отличный маскарад. Но тебе меня не провести. Это же надо было до такого додуматься. Простите, я не хотела. Ни в какие рамки. Это невыносимо. Сейчас же к тебе. И чтобы духу твоего. Немедленно. А это отдай мне. Как можно было такое придумать? Оригинально. Где зеркало? Я должна на это посмотреть. Вот об этом я мечтала всю жизнь. О нет. Ну и что теперь с этим делать? Дочка, что случилось? Только взгляни на это пятно. Какая ерунда, пойдем. Ну вот, выбирай. Можешь взять все, что захочешь. Вот это да. Никогда не была в таком магазине. Можно? Ну конечно, все для тебя. Выбирай. Супер. Как красиво. Я должна это примерить. Не думаю. Вот это хороший вариант. Вот, лови. Класс, мне так нравится. Какая красотка. Вот, попробуй это. Вау, мне идет? Безупречно. Продолжаем. Оу, довольно мило. Этого мало. Да, кажется, это уже перебор. Потрясающе. Лови еще. Это уже не смешно. Пора остановиться. Интересно. Ну что ж, как скажешь, на кассу. Иду, я уже иду. Упс, помогите. Это несправедливо. Я должна найти Дебби. А вот, похоже, и мой шанс. Отлично. Как раз мой размерчик. Ай-яй-яй, как нехорошо. И откуда здесь только мусора? Непорядок. Это срочно нужно вынести. Да, тяжеловато. Это будет непросто. Ого, кажется, сработало. Фух,
Ну и ну. Нет, помогите. Это паук. Уберите его, пожалуйста. Нет, не трогай меня. Кто стучал? Мейбл, это опять ты. От меня не убежишь. Ну и о чем ты думала? Это возмутительно. Простите, мисс Пенни. Ты что-то хотела, Мейбл? Буквально пару минут. Смотрите, что у меня есть. Это гипноспираль. Потрясающе. Ну и что ты от меня хочешь? Не может быть. Мисс Пенни не подвластна гипнозу? Ого, как красиво. Это волшебно. Мейбл, с тобой все нормально? Ау, ты меня слышишь? Ой, в чем дело? Что случилось? Нет, опять ничего не вышло. Ты неисправима. Мигом к себе. Ну что, мой хороший, ты совсем запылился. Дебби, детка, просыпайся. Посмотри, что у меня есть. Дочка, открывай глазки. Подъем? Что? В чем дело? Кто кричал? О нет, как больно. Доброе утро. Смотри, что у меня есть. Ты будешь в восторге. Не может быть. Это приставка. Глазам не верю. Развлекайся, а я побежала. У меня еще много дел. Но как же? Класс. Я же всегда о такой мечтала. Мам, ты мне поможешь? Ладно, придется самой. Готово? Ну вот незадача. И зачем мне два джойстика? Что ж, попробуем. Ну уже, давай, еще немного. Да, не самая лучшая идея. Так нечестно. Как же мне теперь поиграть? Еще не все потеряно. Ну вот, почти. Нет, так неинтересно. Все бесполезно. Ну что ж, есть последний вариант. Ничего не выходит. Нет, так не пойдет. Я совсем одна. Вот бы Мейбл была рядом. Эх. Какой хороший. Не бойся, малыш. Теперь ты будешь жить здесь. Ну уже не плачь. Здесь тебя никто не обидит. Пора выбрать имя. Посмотрим. Ну вот, Аманда. Нет, это нам не подходит. Секунду. Ох уж это мисс Пенни. Ее невозможно обмануть. Зонт? Ну конечно. Это то, что мне нужно. Прекрасно. Теперь у меня точно все получится. Ну вот, отлично. Карл – прекрасное имя. Осталось немного исправить. Карла. Что за шум? В чем дело? Ну конечно. Это снова Мейбл. Несносная девчонка. Что-то пошло не так. Помогите. Ну что ты делаешь? Снова побег? Сейчас же к себе в комнату. Я до тебя доберусь. Чудесный зонтик. Мне пригодится. Мейбл, я так по тебе скучаю. Нам было так здорово вместе. Точно. Есть выход. Мы должны вернуться в детский дом. Конечно, Дебби, отличная идея. Пора собирать вещи. Мы возвращаемся к Мейбл. Я просто в восторге. Ну все, нам пора. Ого, он тяжелее, чем я думала. Пока, мамочка. До скорого, дочка. Возвращайся скорее. Кажется, пронесло. Ух, неужели добралась? Остался последний рубеж. Здравствуйте, мисс Пенни. Добрый день, Дебби. Дебби, мне не показалось. Здесь что-то не так. Привет, сестренка. Не может быть, я так по тебе скучала. Что ты здесь делаешь? Как здорово. Наконец-то наши мишки встретились. Они просто не могут друг без друга. Так-так. И что же здесь происходит? Посторонним вход воспрещен. Нет, не выгоняйте Дебби. Мне плохо без нее. Мои детки, это так трогательно. Не бойтесь, я заберу вас обеих. Но как же, может, стоит подумать? Я все решила. Девочки, едем домой. Ну вот, я снова совершенно одна. Мои девочки, интересно, как они там? Мисс Пенни, здравствуйте. Вы нас узнали? Обнимемся. Мы по вам так соскучились. Как же здорово, что вы приехали. Вот это вам. Надеемся, вам понравится. Вы ведь так любите цветы. Ого! Дебби, взгляни. Это же твой рисунок. Нет-нет, пожалуйста, осторожнее. Мне он очень дорог. Не переживайте. У меня есть идея получше. Сделаем фото на память. Что ж, а почему бы и нет? Отлично, все готовы? Улыбочку. Здорово получилось. Будете нас вспоминать. Чудесно. Мои любимые взрослые девочки.
Понравилось наше видео про двух неразлучных сестренок? А ты бы хотел, чтобы каждый ребенок из детского дома нашел свою семью? Напиши нам об этом в комментарии. И обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить самые добрые и веселые скетчи на канале Трум-Трум Селект.